Автолюбитель из Нижнего Новгорода обвинил полицейских в том, что они отняли у него время и потребовал вернуть ему права. Но, видимо, за руль Александр сядет еще не скоро. Пьяного нарушителя арестовали на 15 суток. Хозяину легковушки также придется ответить из-за оскорбления патрульных. В разговоре с ними, как убедился Артем Колодкин, водитель выражений не выбирал. Водителю на пассажирском месте совсем неплохо. Скорее наоборот. Александр, не спаси. Пойду. Тест здесь не нужен, и так все ясно, мужчина пьян. Ни полицейских, ни врачей вокруг не замечает. Медики осмотрели пациента, поставили диагноз и теперь собираются уезжать. Экстренная помощь не требуется. Вы сейчас только что вот первую помощь оказали, да? Да. Сильное алкогольное опьянение. Трудно представить, но еще 15 минут назад Александр сидел за рулем. Он мчался по главной улице, обгоняя и подрезая. Затем попытался припарковаться возле торгового центра. Результат на бампере, крыле и передней двери. А какую машину зацепил? Дайгец. Дайгец, да? Около его часа. Минут 15. 15. В таком состоянии он за рулем? Он в таком состоянии парковался. Не понял. Парковался в таком состоянии. Водитель явно переоценил свои возможности, но инспекторы об этом не знали, а потому разрешили ему прилечь. Пойдем. Хватит лежать, пошли. При доставлении в отдел для дальнейшего разбирательства и прохождения экспертизы на состояние опьянения, водитель впал в алкогольную кому и на данный момент неконтактен. Спать нарушителю, естественно, не дают, он злится, свое возмущение выражает как может. Ты тут будешь лежать, что ли? Да ладно. Ты? Ну. А я. Давай, еще раз что-нибудь скажу. Удар словом инспекторы выдержали и, взяв нарушителя под руки, привели в отделение. К счастью, оно совсем близко. Александр Геннадьевич. Да. Работаете, Александр? Да. Где работаете? Где? 307. Еще раз. Ленина 107, Гургаз? Да. Должность у вас какая? Чем занимаетесь? Монтажник, кто вы? Должность какая у вас? Ленина 107. Я понял, Ленина 107. Там находится Гургаз, я правильно понимаю? Вы там работаете официально. Да. Должность занимаете какая? Кем вы там работаете в Гургазе? Инспекторы вновь задавали этот вопрос и получали тот же ответ. Скорее всего, Александр работает водителем и явно не хочет, чтобы о проблемах с полицией узнал начальник. Ну, Саш, вы слесарь, я не знаю, монтажник там. Ты балбес просто. Знаешь, ну, понятно, я балбес. Утром, когда хозяин иномарки протрезвел, ему сообщили много нового. Машина разбита, водительское удостоверение изъято, и на работе об этом уже знают. Но самое неприятное, его будут судить за оскорбление полицейских. Артем Колодкин, НТВ.